догадались, что это за скульптура? Да-да, те самые ангелочки, которые находятся на Петропавловском соборе. Такие толстенькие щечки у них. Такие кудрявые волоски. Хороши. После реставрации они стали особенно приятными. Нежные такие. Выпуклые щечки. Бесславный мальчик. Чуть-чуть пофотографирую. Как бы мне только не завалиться во всем этом на первый этаж. Хорошо. Очень даже хорошо. Надеюсь, вы разделяете это удовольствие, которое можно получить мне сейчас рядом. Ну, у нас будет хорошая экскурсия сегодня по Петропавловскому собору, по лесам, которые еще здесь некоторое время сохранятся.